Всем здравствуйте! Сегодня я покажу вашему вниманию свои последние новые работы. Это я увлеклась брошками и также украшением интерьера. Это вот такие стрекозки. Эту я уже показывала вам. И вот такие это у меня стрекозки в наличии остались. Такие вот миленькие стрекозки. Пока я их не дооформила, можно сказать, так как если стрекоза, допустим, кому-то понадобится в виде броши, то будет прикрепляться украшение, вернее, застежка для брошки. А если в интерьере, то в этом случае я приделываю зажимчики, и тогда она будет уже на зажимчике. Вот такие славные стрекозки. Использовала в украшении пайетки, бисер. Здесь вот уже камушки. И эта стрекозка выглядит, конечно же, более, мне кажется, с натуральными вот этими камешками, более изящно. Так, вот их посмотрите поближе. Изготавливала я их по мастер-классу. Ну, не, конечно, не по мастер-классу, но идею взяла на канале «Все будет добро». Вела передачу Олечка Волкова. И вот такие стрекозки у меня получились. Также решила сделать вот такие брошки. Эта брошка у меня изготовлена в подарок одной девочке. Застежкой. С обратной стороны у нее фетр. Также в комплекте идет вот такая брошка, но ее думаю сделать тоже. Это уже моя личная идея — сделать вот такие брошечки. И тоже хочется мне ее украсить кружевом. Также она на застежке, немного другая застежка. И если кому-то интересно, как я изготавливаю подобные брошки, можете оставлять комментарии, я сделаю мастер-класс. И так как я сейчас занимаюсь изготовлением брошек, то я вам обязательно покажу. Следующее, это идею я взяла на канале. Забыла. Так, ну, ладно. Это идея Светланы, не знаю, как правильно, Винакова или Винакова. Это дизайнер изделий ручной работы. Вот такие брошечки получаются. Но вот она у меня еще не совсем доведена до готовности. Следующая брошка вот такая. Здесь фетр, ну, на той брошке кожа, здесь фетр. Вот это, можно сказать, доделана брошка, брошки как бы клумбочки, можно их назвать. Здесь я уже свою идею сделала к каждому цветочку, как бы дополнила каждый цветочек лепесточком, листочком зелененьким, и вот таким образом украсила
розочки бисером. Получилась более живая работа. Смотрится очень изящно. Застежка. Вот такая очень интересная застежка. К сожалению, сейчас я вам не смогу показать. Но я купила в магазине. И там вот 4 застежки такие находилась в комплекте. Очень интересные. Я хотела попробовать изготовить сама такую застежку. Но если вот буду делать, то обязательно покажу. Если вам интересно, как я оформляю такие брошки, можете писать в комментарии, и я покажу мастер-класс. Ну, теперь с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание и до новой встречи. Пока-пока.